Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». 17-летний Никита Мещеряков на взрослый чемпионат Самарской области по дзюдо приехал за опытом. О медали даже и не мечтал. Но большой опыт борьбы в юниорах помог перспективному самарскому спортсмену из спортшколы «Мужество» завоевать на этом турнире серебряную награду. В категории до 66 килограммов по количеству побед он проиграл только сызранцу Руслану Олегберову. У нас много стартов. Сезон еще идет, не заканчивается. Вот. Так готовимся постоянно, просто всплывают соревнования. Еду, борюсь. Вот. А так... Турнир по мужчинам, я еще молодой, вот, так что просто как бы приехал попробовать свои силы, ну и удачно удалось. Кандидат в мастера спорта по дзюдо Юлия Лаврентьева стала чемпионкой Самарской области, не выиграв ни одного поединка. По иронии судьбы, спортсменка даже ни разу не вышла на татами. В ее категории были две соперницы, но они уже в первой схватке между собой получили травму. Хотела побороться, выйти, потому что в последнее время вот мне то, что проверить, что наработано. Вот прощупать это все, какие детали надо доработать, но вот не получилось, придется завтра на дне борьбы этим заниматься. А вот звездам мирового женского дзюдо пришлось попотеть на татами, защищая свое место на вершине областного Олимпа. Мария Персидская защитила свой титул чемпиона, Анастасия Конкина стала второй, Валентина Костена завоевала только бронзовую медаль. В мужском дзюдо первые номера сборной Самарской области в региональном чемпионате не боролись. Тяжело говорить о том, как защищают титулы, мы ожидали, что у нас будут участвовать спортсмены, которые входят уже в сборную команду страны, но поскольку там объявили карантин, этих людей мы не видим. Мы со счетов-то их сбрасывать не будем, то есть они будут также участвовать в чемпионате Приволжского федерального округа. По итогам чемпионата области была сформирована команда региона, которая в апреле попробует свои силы на чемпионате Приволжского федерального округа в Самаре. Руководство областной федерации дзюдо рассчитывает как минимум на 5 золотых медалей. В сентябре спортсмены пойдут в Нальчик на чемпионат страны. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!